Venäjän presidentti Vladimir Putin nöyryytti maan ulkomaantiedustelun johtajaa Sergei Narushinkia turvallisuusneuvoston maanantaisessa kokouksessa. Narushinkin vaikutti epäröivältä ja hapuilevalta Putinin esittäessä tälle kysymyksiä. Kokouksessa turvallisuusneuvosto keskusteli Itä-Ukrainan separatistialueiden tunnustamisesta. Katsotaan videolta ote Putinin ja Narushinkin hämmentävästä keskustelusta. В противном случае мы должны принять то решение, о котором сегодня говорится. Что значит, в противном случае вы предлагаете начать переговорный процесс? Нет, я... Или признавать суверенитет их? Да, я... Говорите прямо. Я поддержу предложение о признании... Поддержу или поддерживаю? Говорите прямо, Сергей. Поддерживаю предложение. Так и скажите, а, так, да, да а или говорю, нет. Да, да. Поддерживаю предложение о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации. Да, да, мы об этом не говорим, мы этого не обсуждаем. Мы говорим о признании их независимости или нет. Да. Я поддерживаю предложение о признании независимости. Хорошо, пожалуйста, спасибо. Садитесь. Спасибо. Владимир Александрович. Уважаемый Владимир.